Встречал я Эйзенштейна, которого западноевропейские прогрессисты, между тем, облыжно и упорно производят в гении. С ним я познакомился уже в 1923 году. Эйзенштейн в то время руководил театром пролеткульта. Взяв пьесу Островского, на всякого мудреца довольно простоты, Эйзенштейн превратил ее в разнообразный балаган. Текст к Островскому не имел почти никакого отношения. Артисты поясничали, ходили по канату, вели политическую и антирелигиозную агитацию. Не только постановка, но и сам текст были за авторством Эйзенштейна. К сожалению, ничем, кроме большевистской благонадежности, текст не блистал. Повергая антисоветских эмигрантов, артисты распевали. «Париж на сене, и мы на сене. В Пуанкаре нам одно спасение. Мы были люди, а стали швали, когда нам зубы повышибали».